Ты опять не замьютился в этот момент. Поздно, по-моему, реально. Уже поздно? Ты уже, да. Ты уже нашутил сегодня на машину. А давно это было? В смысле, я нашутил на машину? Кому я нашутил? Нет, недавно. Путин. А чё, я не знаю. Ну ладно, ладно, вот теперь вы знаете, откуда у меня Фиат. Ладно, ладно, окей. Да, теперь знаете. Так. Вот такая себе машина. Блин, я не знаю, такой что мне это подарили, чтобы я... Ваня не умеет подарить. Не, ну, блин, что заслужила такая машина, ребят? То есть там коробка от PS5, я надеюсь, что там PS5 открываю, там Фиат, да, так? Типа того. Слушайте, а мне не знаю, какой самый классный подарок. Ну, вот без понятия, честно, я не могу вспомнить. Фиат. Я просто так к этому отношусь, я не знаю. На похуй. Да. Подсказывает суфлёр. Не, вообще, очень часто для того, чтобы рассказать какой-то контекст какого-то крутого подарка, который ты сделал, нужно рассказывать довольно большую какую-то историю, почему этот подарок был важен и так далее. Наверное, иногда, да. И иногда это немножко вскрывает те части твоей души, которые ты не обязательно там готов всем прям рассказывать, потому что там типа там... Ты подарил человеку, там, не знаю, слезы с вашего первого свидания. А вошли вам слезы, потому что потом человек получил травму мозга, и теперь у него выделяются слезы, и он капает по 15 раз в день себе эти капли искусственные. Ты такой, типа, ребята, мне, чтобы это все объяснить, нужно вам все это рассказать и так далее. Ну, то есть... Вообще, Миш, если бы кто-то рассказал, что он подарил слезы с первого свидания, потому что это крипово. Никогда такого не было. Да, Катюш. Все, тебе убегать нужно. Кать, нет, нельзя. Нельзя, Кать. Тебе еще часа 3 придется сидеть, так что... Спасибо большое, Катюш, что к нам заглянула. Обнимаю тебя. Пока, зайка. И с наступающим. Пока, хорошего дня. Пока. Обнимаю. Пока-пока. Ну, поздно уже, мы с Катюшей. Потому что по-настоящему дружишь Газманова. Газманов. Хорошего у тебя путешествия в новогодние праздники на пароме. Нет, уже все. Все, обняла. Пакет, Катюш, до скорого. Теперь я врубаю свою камеру. Так, секундочку. Где моя камера? Куда она делась? Куда делась моя камера? Скажите, пожалуйста, где она? Где камера-то, алло? Алло? А, чего? Чего? Подождите-ка. Чего? Не понял. Чего? Блин, как бесит эта фигня, конечно, с камерами, когда у тебя то одно, то другое, что-то не захватывается. Ладно. Как там? Какой там захват, ребята? В смысле, не слышно? Должно быть слышно. Камеру подключи. Ну, я вроде сейчас с камерой сидела, поэтому должно быть более-менее. Так. Не-не-не, все, я сейчас сама разберусь, все нормально. Возможно, я просто удалила эту сцену. Фиг ее знает. Вообще, вряд ли, конечно, но... Зная меня, это как бы возможно. Захват? Ага. Так, это не тот захват. Капец, это сложно. Я вот, знаете, я привыкла, что у меня всегда все настроено. Сейчас для меня это вообще какой-то экспириенс новый. Типа, кек, у меня что-то не работает, как это? Это не такого быть не может, у меня все настроено, у меня все супер. А кто пишет, что у бустера 15 сантиметров? Привет, Фрокси. Захват? Так, не тот захват. Да что ж такое-то? Так, ну вот она, у меня деактивировать. О! Чатик, я тут. Чат, я тут. Привет. Посексим? Нет, давай не сегодня. Сегодня не хочу, спасибо. Чатик, ку-ку-ку-ку-ку-ку.
Привет, привет. Вот моя камера. Все получилось. Здравия желаю. Всем приветики. Всем приветульки. Всем чики-бомбини. Останется стрим, запись пересмотреть? Нет, не останется. Раз спросили, то придется специально удалять, принципиально. Не, ну если все будет хорошо, то я ставлю его, конечно. Какая красивая елка. Спасибо, да. Но ее еще нужно украшать и украшать. Она еще в процессе. Красивые волосы. Спасибо. Я вам сейчас полностью покажу. Сейчас. Секунду. Ну что, как вам? Уф. Мне даже нравится. Честно, мне очень нравится цвет. Прям, я не знаю, почему так. Ого. Слава идет. Елка, конечно, красиво кто-то ее затмевает. Вот, короче, не знаю. Мне очень нравится этот цвет. И я что-то как-то даже не ожидала, что мне понравится красный настолько. Я сделала специально, чтобы он смывался, потому что... Ну, типа, мало ли мне не пойдет. Но в итоге, мне кажется, мне пошло. И я хочу еще. Вот, красный. Да, очень круто. А, кстати, как вам свет, ребят? По-моему, прикольно стало. Это классный лайфхак. Только теперь мне нет белой футболки. Лайфхак. Коротковатый, да мне нравится такая длина. Это что? Ты там будешь сидеть? Прописан твой. Понял. Спасибо. Тогда за поддержку. Смешно было? Только честно. Это была nice шутка. Кто услышал, тот услышал. Это, кстати, все тебе, Слава. Это все тебе. Реально? Да. А ты что, не взяла? Кого? Кого взяла? Сачок. Сачок нет. Я на ПП. Я теперь не ем вредные, не пью соки всякие вредные. Короче, я теперь... Соки не вредно. В смысле, не вредно. Смотря какие соки не вредно. Я говорю, все, я на ПП, Слав. У меня, как бы сказать, правильное питание, я теперь ЗОЖ, я теперь не пью. Ничего плохого не делаю. Я так и не делала, но теперь я прям ЗОЖ. На ПП. Проверяй. Упрус, проверяй. В ближайшие 2 дня пиццы не будет. Проверяй. Соки от Славы? Я хотела пошутить, типа, все соки выжать, поняли? Все соки высосать. Но это не то. Но высасываешь только всю сперму. Да. Это факт. Ну, тут, типа, ничего не могу сказать, и я спорить тоже нечего, поэтому просто схаваю. Просто схаваю, и все. Смешная такая. Спасибо большое, Круглов. Спасибо большое. Знаешь, я считаю, что если ты оценил мою шутку, то день прожит не зря. Поэтому сегодня день удался. Да. Спасибо тебе еще раз, Максим. Вот. Сердечки в чат Круглову, да. Славу на ББ, что? Big facts, да. Славу на ПП. Извините, но Слава... Слав, скажи пару слов. Я на ПП, все верно. Нет, это неправдоподобно звучит, давай по-другому. Я на ПП, все верно. Нет, это не, тоже неправда. Я отобью? Конечно, отлей. Тут если что, есть мой рот. Ладно, что-то я разошлась, не смешно. Мне нравится. Мне нравится, чтоб тебе не нравилось. Такая женщина. Так вот, что я говорила. По поводу ПП и Славы, ну, знаете, вот... Давайте такой вопрос. Видите ли вы меня... В команде Нави по КС. Ну вот, а теперь давайте проведем такую параллель. Видите ли вы Славу на ПП? Ну вот мне не разошлись. Не знаю, это пока под вопросом, ребят, поэтому... Я считаю, что те, кто пишет, что Катя в Нави КС нет, тех надо сразу в пермач. Модераторы, пожалуйста, займитесь этим. Ладно, шутка. Да ладно. Снайпер, серьезно? А где, откуда инфа? Поваром на буткемпе, может быть, только если. Слушай, ну, кстати, повар с меня был бы неплохой, я согласна. Паша, неужели, а как ты выспался? Ты же лег поздно. Вот, поэтому не знаю.
Нет, повар, повар бы без меня был бы классный. Слав, как ты считаешь? Ты слышишь меня, Слав? Да, на плане. Да. Только не шути, а честно. Классный. Классный. Он сказал классный. Я бы, капец как, я бы очень классно готовила. Я думаю, что Нави бы просто вывозили просто все того, что я готовлю, понимаете? Поэтому да, это все равно какой-то вклад. Что ты говоришь? А кто пернул? Ты пернул, у меня кожаное кресло, поэтому я и чуть-чуть соприкоснулась с ним, понимаете? Поэтому Слава ничего твоего не ест. Да, вот так вот. Но если бы он не ел ничего моего, вы бы, я думаю, это заметили. Слав, ты идешь? Да. А, ты делаешь чай? Да. Понял. Слушай, может только готовить, я не понимаю, что это такое? Вы видели, как Синди играет? Вот я так скоро буду. Будь здоров. Я не понимаю, почему вообще нет выиграл в вопросе. Какой-то бред, это походу подкрутка. Кто подкручивал? Кто подкручивал, скажите, пожалуйста. Ого, не видела. А, понятно, вы подкручивали. Ну тогда, типа, что, неудивительно, неудивительно. Я думала, у нас нужно было быть честно, а вы вот так вот. Опа. Опа. Привет, Слав. Здорово, ребята. Всех с наступающим Новым годом. Такой мой малыш тут маленький сидит в уголочке, такой писюнчик сонный. На полу. Ой, ты мой котик. Все хорошо у тебя? Да. Выспался? Сисю можно пососать? Да, пососи. Блин, ну не знаю, меня прям очень порвало, как ты сел, любимый. Ты такой прям маленький. Тут тебе прям пожалеть так хочется, если честно. Ой, главное сейчас опять ногой не выключить компьютер. Ты можешь подвинуться, Слав? Спасибо. Посмотри на свое лицо. Конец, такой спокойный. Слав, ты скорее сейчас Леонтьев, а не Бустер. А я есть Леонтьев. А. Посмотрите просто на его лицо. Слав, ты ничего Бустер, не пил сегодня? Нет. Бустер сегодня не стримит, блядь. Попросил выйти на смену. А, поэтому ты такой сегодня, да? Я поняла. Пишет Бустер, блядь. Ты дрищ. Спасибо. Почему спасибо? Вот прикольно. А что хорошего? А что хорошего? А что хорошего? Ничего плохого. А? Ну, по факту. Он типа тебя худо назвали. Это он на окуня похож. Видите-ка. Ты выглядишь окунь? Я хочу сравнить. Подожди. Блин, капец, я сейчас запарюсь ради тебя. Так у тебя уже есть цены внизу, сам рабочий стол. Какие цены, Слава? Ой, бля, ты уже реально запариваешься. Могла просто открыть на фуллскрин рабочий стол вырубить. Ты меня за дурочку не держи, ладно? Да ты сама себя держишь за дурочку, ёбаный. Ты давай меня за дурочку не держи, ладно? Сама себя держишь за дурочку, ёбаный. Да, сейчас поговори, сейчас поговори. Сейчас ты их пососёшь, блядь. Угу. Ага. Я ради пацанов, мне ничего не жалко. Даже собственного времени. Похож? Фон вырежи. Сейчас. Фотошоп открою, подождите, ладно. Одно лицо пишу. А что в профиль-то? А что я одинаковую фотографию вложила? Сейчас, погоди. Смешно? Ну. Ну так, тупорыленько. Если честно. Не знаю, что сказать. Бустер, сегодня 19:00, стрим. Не, мужики, завтра. Найди фотку Мурены. Я сегодня буду готовиться. Мы сейчас с Пашей съездим по делам, мы готовим крупный очень проект. Фу. Бля, батю ебище. Реально, это ты, Слав. Не. Так, не? Вот с Мурена осторожнее открывать рабочий стол. Ой, почему? Потому что Мурена на хуй похожа, блядь. Вот, блядь, ты окуня не открыла? Особенно вот тут, да? Да не листай, ты успокойся, блядь. Ты прикалываешься? Посмотри, там хуй, блядь, буду, где затесался. Слав, тут нет его. Вот это, да? Капец, это противная хрень. Ты, Слав, в смысле, что за прикол? Противная хрень. Противная хрень. Чё ты залила? Всё, теперь идеально. Катя похожа на ленивца. Согласен. Не похожа, я есть ленивец. Ледникового периода. Нет, Слав, мы решили, что ты похож на ленивца из ледникового периода. Ты прикалываешься?
Слава капец как похож на ленивца с ледникового периода. Он даже по поведению. А я ребенок из ледникового периода с первой части. Как там, ленив, вот это про тебя. Согласен? Согласен? Вот я сейчас покажу. Блин, трудец похож, очень похож. Кто, я? Ты очень похож, прям безумно. Смотрите просто. Вы просто сравните. Похож? Мне кажется, нет. Да, пишут. Похож. Так нет, но он милый. Нет, ты открой льва, нахуй. Тогда я похож, блядь. Посмотри на него. Нет, смотри, хорошо, ленивец милый. Ленивец милый. Я уверена, что рисованы милые. Вот. Ой, тут какая-то интимка, да? Так он нельзя ничего показывать. Нет, открой лемура, блядь. Ой. Блин, бесит, конечно, эта команда, ладно. Как они пишутся-то? Лемур. А, лемур. Слав, ты подставил меня. Это проверка была. Подставил меня. Сурикат, кстати. Но он птенчик. Или птенчик. Подожди, сурикат. Во. Вот на него тоже, кстати, похож. Да? Похож? Браво, ты ебанулась, блядь. А что плохого? Это мило же. Какой я сурикат, блядь. Так это ж мило. Разве нет? Суслик, птенчик, нет? Воробушек, птенчик, да. Он птенчик. А я на кого похожа? Он бабочка, блядь. Открой бабочку, реально. Да нет. Только не на стриме, блядь. Ну, вот всякая же хуйня бывает. Ну, сейчас открой бабочку. Там такие крылышки, блядь, болтаются, сука, волосатые. На кого я похожа, скажите? Вот именно, если с животным каким-то сравнивать, как вы считаете? Мне кажется, на опоссума похоже. Как-то... Очень. Пишут крысу. Выдра, спасибо, ребят. А серьезно? На пизду, блядь, такой я нажал. Все уже пошутили. На шлюху, о, я бы сказала, кто похож. Очень похоже. Блядь, один в один. Ты дурак? Вообще, прям. Хорошо, блядь. Знаешь, кто ты? Ребятам-то хоть показывай, блядь. Вот это ты, Слав. И где здесь я? Вот. Такие же лапки, как ты. Такие вот, такие вот. Не, нихуя. Блин, ну нет, скажи правду, кого похоже. Я хочу посмотреть. Смотрите, знаете, вы решили, что Слава похож на ленивца. Давайте реально, на кого я похожа. Загугли капибару. Почему похож на капибару? Ты один в один капибар. Я почему? Сказал, размерами? Если ты была животное, ты была капибарой. Почему? Кстати, очень-очень милое животное. Но мне кажется, не похоже на него, если честно. Посмотрите. Перенеси вебку. Сядь вот так лицом тоже. Как она, как капибара. Не, и чуть вправо повернись. Наоборот, в другую сторону. Давай, давай. Так? Ты знаешь, ты, мне кажется, от капибара произошла. Да? Эволюция. А насчет кого ты? А. Не слышал. Это хорошо. Пишут, это Вадя. Да нет, ну тут не нос, тут, ну типа, блин, нет. Нет, серьезно, скажите честно, ну какое животное? Ну прав, ты же какой-то говорил, Слав, почему ты не можешь сказать? На кого ты похожа? Да. Блин, я не помню, если честно, на кого я говорил. А, ты похожа на ворону, на вороненка. А, вороненок, точно. А почему вороненок? Не знаю. Сейчас попробую. Вороненок. Вот он мне, вот это, на него говорила, похоже. На алкаша. Вот на них. Ты на сову похожа? Вот каждый считает, что он какими-то не, вот... Не, ну на самом вот, деле... Вот они, смотри, они пишут. Вот, смотри. Сейчас. А, мне кажется, реально ты на лису похожа. На лису? Да.
так считаешь? Ой, кстати, она милая. Только она рыженькая. А я темненькая. Значит, на шакала, блин. А ты на гиену, Слав. На норку пишет еще похоже, норка. Стой, второй сейчас видит, блядь, норку, пизденка, блядь. А, Слав, даже не подумал о таком. Какой ты извращенец. Извращенец, я просто... Смотри, какая милая. Ты похожа. Похожа? Да. Похожа? Ага. Один в один, блядь. Ахахах, погугли норку. Да вот и я тоже, Паш, блядь, она все залетает, блядь. Надо осторожнее, тем более, как гуглишь норку, блядь. Ты бы еще, блядь, была бы жодная дырочка, блядь. Ты бы тоже загуглила его? Давай дырочку загуглим. Хочешь, блядь? Охуенно. Давай, сейчас загуглю. Давай. Дырочка. Повезло. В смысле повезло? Вот бан. Где? Жопа, блядь, с трусами на жопе. Ну, только там не видно ничего. Ты охуел, там трусики на жопе, блядь, с распорками, блядь, чтобы в задницу долбить. Так не видно же. Не видно дырочку-то. А напиши промежность. Нет, Слав. Давай без этого. У меня теперь это потом будет в этом. Подожди, кто-то еще мы хотели посмотреть? Кого-то. Давай напиши киска. Слав. Нет, на киску похоже. Ну напиши, не будет видно. Давай посмотрим. Включай экран тогда. Не-не-не. Напиши просто киску. Вот реально посмотрим, сколько Google испорчен. У вас мокрая киска? Купите фен. Хорошая. Я ниже не буду опускать. А, тут... Кать, какая еще сметана? Не видел, не знаю. Че это, че сегодня такое? Чего? Какие-то мемы из одноклассников, если честно. Не для тебя мама ягодку растила. Ну, короче, Google, я думаю, что не совсем испорчен. Не так, как ты, Слав, по крайней мере. Это да. Извращу. Ну, когда-нибудь я стану владельцем Гугла, и тогда я его испорчу. Не надо. Я не допущу его. Квока? Кто такой Квока? Знаешь, такое животное, ты похоже? Давай, какое? Давай, пошути. На вульву. Кого? Вульва. Знаешь, что это? Я знаю, что такое Вольво. Не, вульва это такой, типа, этот, хомячок. Посмотри. Нет, подожди, вульва это, по-моему, это что-то из... Это не то. Не, реально говорю, это хомячок такой. Нет, мне кажется, ты мне врёшь. Не, ну загугли. Слав, да это вообще-то... Это же... Нет, почему ты еще прикалываешься? Я говорю, это именно к грузунам относится. Это клитор, Слав. Посмотри, загугли. На шиншиллу похоже. Что за херня, Слав? Я не знаю, такого животного, такого не может быть. С компьютера гуглить, я ищу телефон. Как еще раз? А? Вульва? Да. Слав, ты... Какое животное, ты дурак? Это шутка была. Смешно. Как тебе? Может, пацанам показать? Как тебе вульва? Никак. Милое животное. Но я на нее не похожа. Пошел в жопу. У меня все пишут квока. Ебать, один в один. Шутник, блин, какой шутник? Че, реально похоже? Да. Посмотри, какая хорошая. Такая пусечка, если честно, согласись? Ага. Трындет. Загугли Диму Ликса, Ликс-экс-экс. Нет, ладно, про Ликс-экс-экс. В этом я шарю, ребят. А ты гуглил уже? Я в этом шарю, просто знаю эти сайты, и все. Че мне? Я тут, блин, ой. Слав, ты просто не представляешь, сколько я прошарена в этом, поэтому вообще забей. Я тоже. Я знаю. Я уже поняла, но я-то все-таки прошаренье, поэтому надо. Комар, потому что сосет. Ждет моей реакции. Видели? Сказал и смотрит на меня, и ждет реакции. Мне жутко. Ну иди потрачи. А, ты про меня? Да. А ты про кого? Я думаю, про комар, потому что сосет. В смысле, как это? А? Не понял. Я поняла. Хорошо. Ладно, ребят, на самом деле мы сегодня хотели сделать фокусы.
Фокусы слов? Первый фокус с моим исчезновением. Закрой глаза. Я хотела так пошутить, но ты меня опередил, как обычно. Блин, бесит. Постоянно я шучу, мне мои шутки все воруют. Хватит воровать. Жулик, не воруй, пожалуйста. На уретру. Смешно. Было бы, если бы была другая шутка. Так, ну что? Смотрите, есть, короче, два варианта развития событий. Леонтий. Первое, это... Привет, Олег. Это детектор. Второй, это фокус. Ты, Слав, к чему склоняешься? А давайте опрос. Давайте опрос. Слав, ты к чему склоняешься? Скажи, пожалуйста. Не, ну фокусы это прикольно, но ты к этому не готова. Я почему готова? В смысле? Нет, тебе надо камеру нормально поставить, на стол поставить. То есть это отдельный стрим. А, да? Я думала, мы сюда поставим. Не, не видно будет. Надо, наоборот, прикольно столик сделать. А, тут же, блин, тут же все взрываться будет. Ну хорошо, блин, детектор лжи. Опять плакать будешь после детектора, Слав. Да не. Блин, ребят, просто я переживаю, потому что в прошлый раз, короче, когда детектор был, когда был вопрос, про сосала ли я преподавателю, когда детектор неправильно, короче, ответил, Слава очень сильно расстроился, я потом его весь вечер успокаивала. Я не знаю, как сейчас в этот раз будет. Типа, блин, сосала правильно, чего бубнить-то? Что скажешь? Походу уже приуныл, ребят. О, нет, он... Все хорошо. Слав, не расстраивайся, пожалуйста, я никому не сосала. Понял? Это было... Как это называется? Это неправильно среагировал. Я выспался, кстати, наверное. Ты выспался? Мне кажется, да. Почему тебе так кажешь? Пойти не скажешь. Ну, это я просто переспал. Опять парня. В тильде с кем? Давай детектор неси. Ладно. Я поняла. Подай, пожалуйста, вон он. Ты уже подготовилась, да, к этому стриму, да. Максимально затратному. Он расстроился, потому что любит тебя и дорожил тобой. Блин. По Слав. Факту. Подожди, а правда, а зачем я, кстати, сижу в наушниках? Там же ничего не играет. Не знаю. Дура, блядь. Тут согласна. Хорошо. Вот, ребят, наш совершенно точный полиграф. Он, между прочим, проверяет вообще от и до. То есть я сейчас по полюсу пойму, врет он или нет. По северному или по южному? Да. Полюс? Да. Что за полюс? Да. Поменяемся местами? Нахуя. Ну, ты мужчина. Я тебе уступаю. А, ты пробуешь в сторону? Нет, я говорю, я тебе уступаю, я просто люблю тебя больше сильно. Давай. Да, проходи. Слава, ты сегодня очень поздно вернешься домой. За Паша. Паша, я сегодня очень поздно вернусь домой. Паша, понятно. Отпрашиваемся уже не у меня, а у Паши. Поняли, да? Вот у нас как поменялись полюсы. Ну, к ночи Паша пишет. Мы сегодня в стрепуху летим. А можно... А, блин, я сегодня тоже в стрепуху лечу. Ну, ладно. Ладно, до другого раз я с вами Потом, блядь, проблед духом ебаным. Да, да, я тоже мужскую стрепуху. Там, короче, нашла одну. Там, короче, знаешь что, Слав? Ну, своих пускают после 11. Своих, вот. Это которые похожи на капибар, блядь? Те, кто постоянно туда ходит, вот. Поэтому, в принципе, для меня вход свободный. Но у меня в стрепухе тоже, блядь, знаешь, миньетик по талону, блядь, идет. По талончику? Ну, конечно. А что это за прикол такой вот, по талончику? Это что, ну, там СССРовский какой-то формат, типа по талончику, как по билетикам выдают женщин? Называется подожди. Так это получается, там женщина за 50? Слав, ты такое любишь? Я не знала. Бабушки, да, там? Нет. Блин, Слав. Нет. Слав, кажется, тебя уело, Слав. Кого-то уело, блядь. У тебя?
Ты хотя бы сегодня ела, блядь, только сегодня нихуя не приготовила, блядь. Согласна, так ты только встал. Заказала только. Ты только встал. А то, что я встал, блядь, ты не готовила, да? Да. Ебать, я теперь каждый день буду 7 утра вставать, чтобы смотреть, как ты не готовишь нихуя. Вообще-то я была у врача. Можно прикольный челлендж, короче, типа я не буду вообще заказывать еду. Блин, какой же он? Ты не заказываешь еду. Если заказываю, если успеваю сделать еду я, то я ее заказываю. Че ты врешь? Нет, никто не заказывает еду. Нет. Ты вот сейчас пацанам реально вот просто постоянно какую-то херню высираешь, потому что они потом... Задело. И они потом думают... Первый вопрос на детекторе. Потому что они потом... Первый вопрос, блядь. Они потом мне пишут в директ, покорми Славу. Что это за херня? Я готовлю. Правильно пишут, мужики, спасибо, реально. Я готовлю, я стараюсь, а они потом пишут, покорми Славу. Мужики, огромное спасибо. Куда его кормить? Вон. Ёбочка, бля, ёбаная. Убери нахуй свои клешни, сука. Поэтому, что это вообще такое? И он говорит еще то, что якобы я его не кормлю. Это просто хамство с твоей стороны, Слав. Это просто хамство. Ну что, блядь? А если не успеваю, я заказываю. Поэтому пососи. Давай, задавай вопрос, хорошо. Я готова на него ответить. Правильно, корректно сформируй. Да блин, Слав, давай, может быть, стул подойдем, а теперь я как-то вообще не в кадре. Да и нахуй нужно. Сейчас мы с Лёхой просто в Warzone полетим и все. Спасибо вам, мужики, то, что, блядь, заботитесь о том, чтобы я был накормлен, блядь. Чтобы член был отсосан, блядь. Спасибо, Катя мне помогает. Чё, ты уже обиделась, блядь? Чем тебе помогает? Всем, чтобы был накормлен? Чтобы пиписька отсосана была. А. Ебать, у нас такой сосновый бор, блядь. Ты можешь подвинуться? Не хочешь вебку сдвинуть, просто чтобы вот этот, нахуй этот угол нужен? Ну, можно. Чтобы лучше побольше елочки было а в кадре. А как это сделать? Просто вебку повернуть. Рукожопница, блин. Знаешь, есть рукодельница, бля, есть рукожопница, блин. А есть Слава Бустер. Слав, можно тебе покажу? Мне как-то ногу проткнуло. Ну. Это быстро. Ой, сейчас. Только покажи, чтобы я видела, что в камере видно. Главное, пизденочку-то не спалить, знаешь, по-хорошему. Я потом говорю. Смотри. Мне очень болит. Так, а что я сидишь? Ногу проткнула. А надо травмпункт ехать. Слав, пожалуйста, посвети, ну елки. Говорю, ногу проткнула, он в ВК да заходит. Я, блядь, какой ВК овца ты, блядь, пиздоболка, а блядь. Оно прям насквозь проткнулось, оно очень глубоко. Ну да, это пиздец, надо ехать срочно в больницу. Слав, не смешно. Слав, нет. Я правда ходить не могу. Надо ехать. Слав. А, ребят, спасибо, что были на стриме. Ты глупый? Я забочусь о любимой, бля. Мы срочно выезжаем, бля. Там пиздец, друзья. Слав, ты дурак? Ты не дурак. Не смешно. Поправь еще, пожалуйста, чтобы оно было влево. А то такое ощущение, что как будто расплюснуто в левой стороне. Бля, с тобой стримить пиздец, нахуй. Как будто, как будто устраиваешься режиссером, бля, оператором работы. Сисадмином, Слав. Сисадмин лучше бы сиськи админил, бля. Так ты админишь. О, нифига ты повернул. Повернул так повернул, Слав. Жопошница, блядь. Ты жопошница. Все, давайте. Вот, теперь у нас, знаете, такое новогоднее шоу. Ебать, я секс, нахуй. Как там, а как называется? Понятно, почему я девчонки люблю. Что там, остаемся дома или как там? Как там, в гостях? Может, начнем уже, блядь? Подожди, как там? Пока ты мюсли высеришь, блядь, пиздец. Подожди, в гостях? В гостях у Нового года? Пока все дома. Итак, у нас сегодня в гостях приглашенный гость, ребята. Приглашенный гость Слава Бустер, иначе его называют Леонтьев. Но так как у этого человека есть небольшие расстройства, он называет себя двумя личностями сразу. Расстройство желудка после сегодня, этого еды, блядь. Сегодня он у нас Леонтьев, скорее всего. Но это может перейти в Бустера, типа как пойдет. Смотря какая личность в нем откроется. Да, спасибо большое. Это вот сейчас была продемонстрирована личность кого? Чья? Это был Бустер? Подскажите, пожалуйста. Это был Арнольд, блядь, так сказать. Фамилию Арнольд, я поняла. Это, будем, короче, блядь. Значит, расстроение личности, ребят. Ладно, продолжаем. Задавай вопрос. Давай про еду, про жратву. Спроси вот то, что давай, всех да, интересует. Давай. Поехали, блядь. Полиграф запущен, блядь. Катя, готовишь ли ты мне хотя бы раз в день кушать? Да. Проверяем сразу работоспособность.
Хуйня ебаная. Слав, ты дурак? Ты пиздёшь, бля, ебаная. Он-то знает, он в квартире 24 на 7 лежит. Хуйня ебаная. Да. Сразу не работает. Давай, давай. Давай тогда так, смотри, слышь, сразу. Катя, тебя ебали сразу 7 кентов? Нет. Хорошо, я не готовлю, ребят. Он не работает. Он перепутал. Я не готовлю. Он местами перепутал. Вадя, типа... Вадя донаты просит рубить. А включи, пожалуйста, донаты. Они там. Это последнее, что я для тебя делаю, падает ты, блядь. Нажимаешь, короче, крестик, плюсик, видишь, выше, да, плюсик. И теперь, не-не-не-не, нажми сюда. Вон, видишь, написано, панель управления. Теперь начать использовать. Слава, держи, спасибо. Ого! О, нихуя. Офигеть, Вадим, у меня столько еще не было. А, у меня зерновка была. Спасибо тебе большое. Катюх, давай, Катюх, хватит. Включи, чтобы насытился с текстом. Хватит, масло в огонь тебя подлило жестко. А, его нельзя? Жестко. Или можно? Ну, тебе донаты врубить просто а, здесь. А, можно. Я просто врубаю напишу. Кать, мне Слава жаловался, что ты его не кормишь. Катюх, ну это... Да в смысле, я кормлю его? Он жаловался на стримах, это... Я ему готовлю постоянно, я как вот проснусь, вот как вот первые петухи в 7 утра зазвенели, что так все, я уже встаю, а? Вторяк, ёпта. Да, то, что вчера было. Ебаные, пацаны поймут, блядь. Да в смысле? Че, ебнулась, блядь. Готовь. Слава. Спасибо за 10, брат, себе заберу на еду, блядь. Тебе на месяц хватит. Спасибо, Вадим, большое. Спасибо, Вадим, большое. Отправь ему сердечко хотя бы. Я буду сытый 3 дня. Ты ЧСВ? А что ты так много ешь, что тебе на 3 дня только хватит, Слав? Доставка в Москве, дорогая. 3 дня? Это ты в каких ресторанах собралась? В кайфе заказывать? В каком кайфе, блядь? Ты сейчас на сколько заказала? Пиздоболище, ёпта. На 1500, чтоб ты пожрал. Домашнее, блядь. Такое не одобряем. Согласна. Хорошо. Ладно, был очень провокационный вопрос, не буду его спрашивать. Что ты хотела? Ты хочешь... понятно. Я с тобой вообще, бля, не разговариваю, нахуй. Да, о. Слав, ну ты неправда, он перепутал вопросы. Нахуй иди. Я говорю, я лучше признаться в том, что я а не это. Я не вижу ничего там, бля. Чего ты не видишь? Не, в ТГ нет, пацаны. А дай, пожалуйста, мышку. Держи, спасибо, бля, большое. Хорошо, давайте, давайте следующий вопрос. Что задать Славе? Что вы хотите про него знать? Может быть, вы хотите знать всю правду от меня? 7 преподов был... Не смешно. А, блин, мышка тут. А, он удалил. Пишут. Какал сегодня или нет? Да не, не какал, ребят. Он так устал. Сосал ли Славик хер? Ну. Ну. Скажи, скажи, как ты считаешь? Нет, скажи мне просто. Я тебе в глаза посмотри мне и скажи. Не. Ты же мне рассказывал, что у вас была там история какая-то с другом. Что вы другу наярили. Ну, не наярили, я же не сосал. Ну, на перекрестные там члены. Ну, голландский штурвал был, но я ему не отсосывал. Подожди, это значит то, что типа... Просто, блядь, как папа Карло, ты блядь. Ты ему дрочил? Буратину, так сказать, выстаргал, блядь, и все. Ну, ты ему дрочил? Ну, чуть-чуть подергал, блядь. Нет, серьезно? Нет, серьезно? Да нет, блядь, алло. Так это что, только что сказал? Нет, говорю, ёпта. Слава, кнопку нажимай, блядь. Кнопку нажимай, проверяй. Нет, подожди, меня на этом диктофоне, блядь. Хорошо, тогда объясни, как это было. Что было, блядь? Ну как вот... вот ты вот, пиздец, нахуй. Следующий, рядом, вы следующий вытащили... мой вопрос, тебе пиздец, блядь. Вы вытащили писюны, да? Вы, допустим, вы смотрите друга в глаза, а дальше что? Что, блядь? Чуть-чуть ты голова... Ты взял, типа, его? Теряю силу в шею, так падаю нахуй ртом. Бля, актерские курсы закончены. То есть, после, блядь, 7 мужиков, которые ебли просто мохнатку, блядь. Слава, все будет хорошо, зато покушай. Я не прочитала. Спасибо, братан. Ты вообще понял, что он написал? Нормальную хуйню написал. Он меня и покормит, блядь, и потрахаемся нормально. Слава, все будет хорошо, зато покушай. Я приеду в Москву, когда так...
Катюха завидовать будешь, а что не... Чтобы вы понимали, 92-й регион только что лично нам отправил 20 тысяч рублей, ребята. Офигеть, сегодня. Да, спасибо большое. 20 тысяч рублей. А Вано Борн, так сказать, 92-й регион, кстати, тоже, блядь, только что... разместил меня, канал. Блядь. Спасибо большое, Вадь. А когда ты приедешь, тогда что ты только говоришь? Пока не, только не Вадя. Видим, Вадя, Вадя пока только пиздит, бля, если честно. Так, подожди, а что ты написал? Завидовать будешь? Блин, Вадя, я и так завидую на самом деле. Я... Боязнь дело, завистливая сучка, блядь. Там, да. Слава мне вчера сказал, типа... Слава мне говорит, Катя, я хочу тебя. Я говорю, окей, пойду причусь. Возвращаюсь, Слава спит. Ты ебанулась, блядь, ты называешь причёс... Что ты причесывала, блядь? Слава... Подмышки, блядь? В смысле? Часа тебя часов пять не было, овца. Какой 5 часов 5, Слав? Так и скажи, задолжила, овца, ёпта. Я тебе нормально накидать сразу хотел в роду, блядь. Слав, ты уснул. Ты дура, блядь, ты тебя дура. Долго не было, блядь. Какое время, мне время 6 утра было, алло. У меня 5 минут не было, Слав, 5 минут можно было ради меня, ради 5 минут других подождать. Тебя не... время, блядь, 6 утра не было, я тебе хотел быстро вставить, ебать. Ну, я говорю. На сонном, нахуй. Ну, 5 минут ради 5 можно было подержать, потерпеть, нет? Катя, привет, это твой бывший. Я передумал с тобой расставаться. Давай начнем все сначала. А о, Крис Хантик у Сапка залетела. Дима. Офигеть! А чё, Дима, а что происходит? Дима, спасибо. А что вы мне сегодня так... Вы меня так задарили, спасибо большое, так приятно. А что ты расставил? Тебя так легко развести, что ли? Нет. Понятно, сегодня соло-золы начнут тусоваться. Ой, Слав, да подожди, ну спасибо большое. Просто ты мило. Слав! Сегодня иду соло и тусить, нахуй. Ой, ты куда пойдешь? Тебе муж ее скажет, типа, алло, мальчик, и все. И пойдешь ты. И пойдешь ты на три буквы, Слав, а не к ней тусить. Поэтому давай не это. Угу. Угу. Спасибо большое еще раз. Блин, капец, приятно. У меня как будто сегодня день рождения, Слав. На, спрашивай. Ты хотел меня что-то спросить? Спрашивай, я перед тобой чиста. Давай. Ебали ли тебя в жопу? Слав, ты сдолбал. Что за вопросы такие тупые? Так интересно, заново. Про семь, про семь мужиков, либо про да, жопу. Либо нет. Либо да, либо нет. Ты глупый? А. Я честно, ребят, говорю, Катюшке на полшишки пристраивал, бля, но ей больно. Слав, что за бред? Как ты по полшишки? Ну, кончик залупки, бля. Ничего не помню такого. Проверяем, блядь. Не было такого. Проверяем. Да не было. Проверяем. Да пару раз промахивался, он сказал, Слав, не туда надо вставлять. Либо да, либо нет. Ну, короче, пару раз промахнулся, я ему показала анатомию, примерное строение, чтобы он, ну, понимал, куда вообще, в принципе, нужно целиться. Вот, а так не было. Ну да, я тебе тоже показал анатомию. Тут у меня место, блядь, в начале места хуя, блядь. Сука, мизинец. Капец, я разрываю сегодня. Капец смешно было сейчас. Ну, мне лично было смешно. Ладно, так что там? Давай, давай, готово. Ебали ли тебя в жопу? Нет. Как тебе такое? То есть ты, получается, врешь, Слав. В смысле, то есть ты, получается, сейчас, ну, наврал нам. Ты хочешь сказать, он работает? То есть ты ребятам он наврал. Он работает? Ну, когда неправильно отвечает на мои вопросы, тогда не работает. А в остальное время работает. Понятно. Охуенный расклад. Про семь мужиков не работал, а сейчас работал. Давай ты ко мне тоже вопрос задай. Давай, давай. Он просто этим иногда брахлит, и все. А задай мне вопрос. Ну, давай так. Ой. Было ли у тебя что-то с Лексом? Да. Бля, Дима, ну я хотел очень сильно. У нас еще все будет, Дима. Ну, бля, с Диманом очень сложно, у него, блядь, его перепелка хуй станет, блядь. Ну, хорошо, а что значит... его есть... брусон, нет, блядь. У вас, типа, что-то все-таки намечалось, или как? Как это вообще проходило? Ну, у нас только ласки были с ним. Угу. Это когда я уходила спать, типа, рано? Когда вы в VR, ну, да. Типа, остались играть? Ну, не больше, знаешь, просто, типа, потрогали друг друга, и все. Ты ему тоже показывал тот теннисный стол? Да. Ну, я тебе говорю, что так получается, что Диман очень тяжело встает. И что, даже с фантазией не получилось на теннисном столе? В VR? Не, у него просто висит, по сути, как колокол, блядь. Знаешь, как вот в этом новогоднем колокольчике я знаю, да. Такая штучка, а внутри нее такая палочка, знаю, такая болтается. И стороны в сторону. Вот, это то же самое у Димана.
Просто жесткий висяк такой, онемевший, знаешь. Дима, что ты скажешь на это? Скажи, пожалуйста. Мне кажется, Дима, надо сейчас побольше спорта, чтобы кровообращение настроить. Просто банально для того, чтобы, ну, дохуя кровь доходила. Потому что, а то он не доходит, да? По сути, крови там много не надо. Ну, чайную ложку. Почему чайную ложку? Так мало? Да. Я, а что Дима ответил? Я хер мял, там вообще пиздец. Там просто капля в море. Спрашивают, хотел ли... Спроси, хотел ли он... Хотел ли ты отсосать у Дмитрия Алекса? Да. Настроение, блядь, знаешь, то есть, как бы, естественно, не всегда, как бы, ну, блядь, ты же понимаешь, грубо говоря, если у нас на какое-то шоу, блядь, ну, куда там, ну, типа, не пойдет. Но когда если... он после дороги, то, типа, не очень, да? После дороги он просто уставший, блядь, я говорю, у него кровь даже до ног не доливает, блядь, он ходить не может, мы его носим, блядь, на лопатках, блядь. Нет, а именно в моменты... какой-то вот страсти, естественно, хотелось как-то... А в какой страсти? Я, типа, все время рядом, как это работает? Типа, ты... Слушай, а если ты рядом, это не значит, что, тебе что я не могу возбудиться. Так, а как это? Типа, я рядом стою, а ты в этот момент да. флиртуешь с Диманом, а я даже не подозреваю, я думаю, что фильтрую. Это, типа... Я, типа, думаю, что это... Как это называется? Не, такой, я... типа, дружеский... стёб, а ты, оказывается, фильтруешь с ним в этот момент, да? Не, я тебе говорю, как вот есть все на самом деле. Угу. Ну, конкретно в моменте его. А хочется... тебе не хватило, что сказал, фильтруешь? Ну ладно. В конкретном моменте хочется его жестко выебать. В конкретном моменте, я поняла. Ну. Слав, ты запустишься? Нет, ребят, завтра приходите, 19:00 по Москве. Будет разъеб, ебаный. Слава достал быть сонным. Да, давай. Давай следующий вопрос от меня. Я честно, парни, в это время я вообще не могу пробудиться, блядь. Был ли у тебя такой момент, когда ты хотел мне изменить? Нет. А чё ты улыбнулся-то? Ты чё, дура, блядь? А чё ты улыбнулся? Домашняя, блядь, все зафиксировали. А чё ты улыбнулся? Еба. А чё за улыбочка была? На колени извиняться. А чё за улыбочка публично была? Публично на колени. А чё за улыбочка публично была? Публично. На секундочку. Не познал, что это какая-то хуйня. Mm-hmm. Давай, извиняйся. Нет. Ты охуел, ты извиняйся за свое желание мне изменить. За желание. А то а ты извиняться не знаешь, что я 7 мужиков ебали, нет. Блядь. Тебя дырок столько нет, тебя в нос ебали, блядь. Он неправильный был в этот момент. И у меня неправильный, ёпта. Да, а поэтому ты усмехнулся. Он понял, что он видел, что ты усмехнулся, и поэтому он сказал неправильно. Домашнее, блядь. Слав. Проспамьте домашнее в чат. Слав. Он тут там только для сабов, ты смайлик. Ну, проверим, есть саба или нет. А, саба, проспамьте домашнее. Сейчас проверим. Хм. Запланированный конфликт. Слав, нет, подожди. Ну, потому что ты... Не совсем смайлик. Походу, нет, вообще нет сабов, только Тимчик, мой модератор. Есть, смотри, проснулись. А, и плюс еще 10 сабок от Димана, так что там сейчас... А, да, кстати. Ну, они, кстати, могут... У вас скоро еще один будет прикольный смайлик. Чего? Чего они будут? Они могут дариться тем, кто не на стриме, если что. А. Блин, Слав, просто я не совсем понимаю, типа, такого прикола. Ты потом в конце улыбаешься, естественно, у меня мысли о том, что, значит, ты прав, значит, ты, типа, собрал. Ты, кстати, 7 мужиков, блин, наяривают. Я не улыбалась. Да? Я не улыбалась. Я не улыбалась. Не улыбалась она, блин. Я не улыбалась. Ну, конечно, я не улыбался, не было времени улыбаться, когда тебя ебали, блядь. Так я сейчас не улыбалась, когда молодцов, спросил. Блядь. Я не улыбалась. Богатырей, блядь. Я не улыбалась. Спасибо большое. Форест. Здорово, братан, спасибо. Но не стоит. Но не стоит. Так, сейчас так сделаю. Не знаю, Слав, ты меня сейчас очень сильно расстроил. Ты меня расстроил. Хорошо. Я уже в расстройстве, блядь. То есть, естественно, у меня уже, блядь, пульс скачет, он все это чувствует. После того, как тебя 7 мужиков ебли, блядь, не могу. Да? Не могу реабилитировать. А то, что ты мне во сне позавчера изменил, что ты на это скажешь? Ну, что, это твои, блядь, страхи. Мои страхи? Конечно. Нет, Слав, там был ты. Типа, я вообще ни при чем. Нормально доебаться за то, что я во сне изменил? Нет, по факту. В ее сне. Нет, по факту. Нет, подожди, ты когда тебе приснилось, что я тебя изменил, ты проснулся, плакал. Че ты удивляешься? Ебанулся, то плакал. Ты че меня при пацанах позоришь, блядь? Овца, блядь. Ты че несешь хуйню, блядь? В смысле? Блядь, вы сейчас с такой пиздоболкой дело имеете, блядь. Неправда. Неправда. Ёб твою. Неправда. Я сейчас только что осознал, блядь. Неудивительно, что ты спиздела, блядь, про 7 мужиков, блядь. Неправда. Ты офигел, Слав?
Да неправда, но он просыпается, нет, вот сейчас, если честно, то он просыпался и говорил мне, типа, вот, мне приснилось, что ты меня изменил, не хочу, типа, я расстроил, не хочу с тобой разговаривать. Что, такого не было, скажи? Что бы я говорил, не хочу с тобой разговаривать? Ну да. Мне просто сказал шлюха. Нет, ты сказал, что ты расстроился, скажи. Нет, нет, признай. Посмотри на меня, Слав, признай. Нет. Признай это, просто скажи, ну, мы все должны, понимаете, мы все должны уметь раскрываться, мы должны... иногда пересилить себя и открыться, открыться людям, которые нам близки. Поэтому я считаю, что, Слав, если это было, то почему бы об этом не сказать? Такого не было. Слав, ну такое было! Такого нет, не а было. Нет, а почему, друзья, а почему вы... Нет, я серьезно говорю, вот это правда было. Да блин, почему они не верят? Это правда было, я говорю. Он реально так говорил, друзья, он расстраивался. Друзья, такого не было. Он просыпался и расстраивался. Это правда. Не было. Слав, пожалуйста, просто подтверди, чтобы они не думали, что я вру. Не было. Пожалуйста, ради меня. Скажи правду, что это правда. Подтверди. Подтверди, пожалуйста, это правда. Ну, Слав, ну подтверди. Типа, в этом ничего такого нет. Ответь просто. Я не помню. Видишь, я уже не помню. А можно правду? А правда можно просить мужиков, блядь? Ответь, пожалуйста. Такое было? Такое было? Вполне возможно. Вы видите? А теперь спрошу на детектора. Что я сказал, просто специально, чтобы тебя не застевали. Ну да, да. Скажи, пожалуйста, было ли такое, что ты просыпался и был расстроен из-за того, что тебе во сне приснилось, что я тебя изменила? Да. Видишь, ты признался. Ну ебал, блядь, отдыхай, ёпта. Штука-то реально работает, блин. Как там сразу было? Жёстко я тебя наебал. Балдёшь реально. Стаканчик воды, блядь, плесни мне. Сразенько, вы можешь это выпить? Он уже полгода стоит. Если хуй у тебя полгода, у тебя, блядь, свалка, ёбаная. Ну вот его, бери, бери, бери. Рядом с компьютером, хозяйка, блядь, лукожопница, блядь. Посмотри, как это красиво. Ты вот это помойка назвал? А причём тебе это нюх тебе подарила? Ну, я поэтому говорю. Поэтому давай не это. Ты что соорудила здесь? Соорудила? Ну, вот рабочее место. В смысле соорудила? Что здесь твоими руками сделано? Из тебя человек. Пиздоболка 07. Да что за бред? Это неправда. Ну это же... Это правда, что он расстраивался. Он просыпался, не знаю, ну, по крайней мере, он мне так говорил. Можно я сказать, клянусь. Картина. Я честно говорю. Картина. Картина. Вот там. Картина. Вон там. А, тут еще одна. Ты ее, походу, выбросил. А где вторая? Не, мы просто ее как поднос используем, блядь, посуду моем на ней. А, ты его туда положил, ну ладно. Не зашла. Я просто честно говорю, я готова поклясться про то, что это было. Чтобы они не писали, что я врушка. Я не врушка. Я бывает шучу, но это сейчас я не вру. Слав, это за тебя. Че ты смеешься? Не смешно. Ты знала, с кем идешь на детектор, блядь. Почему так? Хочешь, задай мне вопрос. Ты можешь отомстить. Блин, это, походу, детектор тебя слушает, я не знаю, неправду делает. Ты можешь отомстить. Ноль правда, ноль честности, семь мужиков. Не смешно. Сразу. Да. Не смешно. Алло, Андрюх, я перезвоню. Давай, братан. Это неправда. И семь мужиков у меня не было. Спасибо, Катя лучше. Спасибо, Соня. Я все вижу. Так, хорошо. А, хотел ли он? Чего? Хотел ли он? Блин, ну это как-то грустно. Я хотела его как-то подстебать, если честно. Давай, давай, у тебя что, время фантазии нет? Я тебе могу сейчас урыть просто как нихуй нахуй. Давай ты сейчас уроешь, я на тебя разозлюсь, я тебя тоже урою. Давай.
тебе нравится Дмитрий Ликс как мужчина? А подожди, а как? А в смысле? Перезапуск. Подожди, а в смысле как мужчина? Хорошо, перезадам вопрос. А в смысле, подожди. Я перезадам вопрос, подожди. Нет, я задам так, чтобы было понятно. Хотела ли бы ты потрогать пенис Дмитрия Ликса? Нет. Пропустите нахуй. Слава, ну что ты такой глупый? Бля, просто с другом, типа, это вообще жесткий этот прикол. Спасибо тебе, Диман, блядь. Вроде старый уже, тебя никто ничего не ждет, ты, сука, семью разрушил. Извини, пожалуйста, я все провалила. Прости, пожалуйста. Что ты провалила? Слав, я ничего не делала. Честно. Ноль правды, ноль честности, семь мужиков, блядь. Почему семь-то, Диман один? Другой вопрос. Ну, с твоей рыбьей памятью, блядь, рыбка Дори, блядь. Слав, я тебе серьезно говорю, я типа, ну, даже я такого никогда не думала. Я, ну, к Диме отношусь как к хорошему другу, не больше. Которого хочешь член помять, да? Нет, не хочу помять его член. Не его хочу член помять. Твой. Ну зачем мой, если можешь раз семь членов помять? Ну, заставляй задуматься. А я могу просто на сиськи соло-золо нормально полезать. Ты их не найдешь. Почему? Потому что. Понятно. Все, ты офушком? Слав, за... ты чего, фушком? Да. А что, меня плохо слышно? Чат не вижу. Что пишет? Он пишет ББ. Ты чего, я не это сказала? Хорошо, давай. Сейчас думаю, что задать, чтобы самому потом не обидеться. Ладно, шутка. Подожди. Ты меня, значит, спросил про Ликса, да? То есть, типа, ты пытался меня... Почему вообще, почему Дима? Они пишут минус ухо, Слав. Слав, они пишут минус правое ухо. Не знаю. А почему минус ухо? Может, это связано с конфликтом Макривского и уха. А что это за рофл такой, не понял? Забей. Не понял. Тебе все мозги хуями выбили, блядь. Кому? Тебе, блядь. Мне? Минус звук в ухе, я думал, меня... Сейчас все нормально или почему минус ухо-то? Не слышно в левом ухе. Минус левое. Слава, все... он специально, типа, испортил. Потому что я тут с левой стороны, поняли, да? Капец, неуважение. А так, нормально? А, подожди.
Че у тебя провод, бля? Иди, иди подтаскивай его, шестеренка ебаная. А че с ним? Ой, бля, я в суп поставил. Алё, нормально слышно? Слав, понравилась ли тебе моя прическа? Ты сказал, что да. Слав, понравилась ли тебе моя прическа? Нет. Ты сказал, что да. Ты же говорил, что да. Теперь пиздить уже нет смысла. Ты крысой, блядь, оказалась. А мне нравишься? Нравишься ты и твоя прическа? Нет. Прикольно, сама себе вопрос задала. Как тебе такое? Нравится ли мне прическа Дмитрия Алекса? Ладно. Ты забыла ответить, дура, блядь. Ты совсем нахуй IQ просела, блядь. Да деп, я решила, что... Что... Ну, будет лучше, если мы не будем... Ну, не будем. Твоя очередь, Слав. Держи. Твоя очередь. Не, не надо, не надо. Не надо только смайлики. Пускай нормально все будет. Ну, что-то... Слав, спрашивай. Внутри умерла, блядь. Слав, ну что ты, ну кто там у тебя умер-то? Наверное, последний шпрот, который я съел год назад, блядь, который ты приготовила, блядь. Ну что? Просто ёлка, я тебя даже обнять не могу. Не надо меня обнимать, убери свои руки, блядь. Да убери, блядь. Слав. Слав. Полная трагедия. Слав. Слав. У тебя хорошая прическа. Слышишь? Ты мне нравишься. Ты симпатичный. Слышишь, Слав? Слав. Хотела ли бы ты сниматься в порно? Нет. Чего, блядь? Это неправда, я не хочу... Это неправда! Это неправда, Слава, никогда об этом даже не думала. Что за прикол? Я никогда об этом не думала. Он тупит. Батарейки надо поменять. Угу. Слава, я никогда не хотела, я не люблю эту профессию. Типа... Ну, максимум смотреть и все. Че, сегодня с коллегами по цеху идем, блядь, тусить? Я Соло позову, Ева. По цеху? Ты с ними, что ли, работаешь? Ну, судя по всему, ты скоро с ними будешь работать, блядь. Mm. Тебе же нравится такое. Что скажешь на это? Ну, это Вера. Окей. Продолжаешь ли ты дрочить на порно-актрис? Да. Блядь. На порноактеров? Просто на любителей, так сказать. Просто на любителей? Ну, домашнее порно. Домашнее? Такое, знаешь, без актрис, так сказать. Хорошо, если так. Дрочишь ли ты на соло-золу? Ты дурак? Ты дурак? Что это за насмешка? Что за усмешка? Давай заново. Не, я просто в голове представил. Что ты представил? Твое актерское мастерство сейчас будет да. Да, да, отмазывайся, отмазывайся. Отмазывайся. Актерское мастерство. Я хоть когда-нибудь играла актрису? Хоть когда-нибудь? Хоть раз? Просто не берут даже деревом, блин, в один фильм. Вот хоть раз. Ты, блядь, пень не сможешь сыграть. Вот хоть раз. Домашние, вот, блядь. Вот я, вы хотите сказать, что если бы сейчас было да, то типа я бы, ну, на игры наревновала? Нет. Кто сказал? Я... То есть ты ревнуешь всегда по-настоящему, правильно? Да, искренне. Дай. Полностью.
Ты часто меня ревнуешь? Очень. Вот тут детектор пиздеть не даст. А, реально? Неправда? В смысле? Я думала, сейчас будет типа покчамп, типа парофила. Ну, заебись, парофлила, блядь. Подожди, ты сейчас... Можно я, блядь, чай размешаю чайной ложкой? Только не ревнуй меня к ней, блядь, то что я буду брать ее, блядь. Да ты... Что за прикол? Блядь. Я хотела, типа, сейчас всем хейтерам сказать, чтобы они, это, успокоились. Ай, блин, подстава какая-то. Давай еще раз. Спроси еще раз. Сейчас. Пизду, когда побреешь? Да. Судя по всему, нет. Спроси еще раз про ревность, пожалуйста, переигрывай. Можно там часть трансляции удалить, нет? Трансляцию удалю сейчас? Не-не, трансляцию оставляем, блядь. Как там? Еще, так сказать, на Ютубе в нарезку ждем мы, блядь. Ладно, давай. А ты часто меня ревнуешь? Да. Да ты, блядь, что дольше думай, ёпта, блядь. Повидло, блядь. Да я пытаюсь понять, как ответить правильно. Давай еще раз. Ты часто меня ревнуешь? Да. Нет. Да тупая, блядь! Да, да, да подожди, я сейчас отвечу да, нет, и типа потом выберу сама, что мне больше подходит. Если отвечу да и нет, то типа если да и неправда, тогда я скажу, что нет. Ну типа понял? Давай еще раз. Давай. Готово. Ты часто меня ревнуешь? Да нет. Пизду, я пошел на... Нет, ладно, все, давай последний раз. Тебе огорчился, последний раз. Ты часто меня ревнуешь? Нет. Вот, я же говорю. Все, а теперь мой вопрос. Мой вопрос. Про Сузулу спрашивала? Ты дрочишь на Сузулу? Нет. Пятьдесят на пятьдесят, ты как? Нет, я говорю дрочишь. Изредка. Блин, а я говорю дрочишь, потому что его это бесит, когда ты говорю. Типа, если я говорю дрочишь, это правильно. Если я говорю дрочишь, бля, то его это прям бесит. Он говорит, хватит говорить дрочишь. А я говорю, нет, я буду говорить дрочишь. И все. Бля, мне одному кажется, что надо говорить дрочишь, блядь. Так так и есть. А зачем ты говоришь дрочишь, блядь? Чтобы тебя бесить. Ты прикалываешься? Ну тебя это бесит. Это... Ты все время мне высказываешь за это. Короче, подожди, хорошо. Допустим, а в смысле 50 на 50? Ну, иногда, иногда просто почпокиваемся. Не, ну а чё? Слушай, не зря Диман я эти курсы посоветовал. Они, так сказать, пошли ей на пользу, блин. Ладно, сейчас приду, ребят. Слав, можно я в туалет схожу? Что ты пристал? Сходи. Пошла в туалет, а он мне сразу. Хер в рот. А он мне, что ты обижаешься, что ты обижаешься? Ничего не обижаюсь, вообще похер, я просто ходила, просто уходила и все. Нет, у меня есть еще все это. Дмитрий Лих, корпоративы, свадьбы, разводы. Смешно, кстати. Катя лучшая, подожди, донат не пропускай, Слав. Эй, да что вы осуждаете? Что не осуждают, Слав? Это ты запретку, что... блядь, пёзнула, блядь, просто лютую нахуй. Ты не слышала, что ли, уже? Для тебя это норма, да? Катя, не расстраивайся за Славу, ты очень красивая, тебя очень люблю. Угу. Я один из... Мужик номер 6. Я один из тех 7 мужиков, и это правда. Мы ее.
Ебли. Ну и что мне после этого было думать? Это смешно, это неправда. О чем мы думаем после этого? Ну что, просто какой-то левый человек написал и все. Катя лучше, я тебе верю, Слава, не обижай такую классную девочку. Вот так вот, Слав. Поэтому, пожалуйста, будь аккуратнее в своих высказываниях, потому что ты можешь задеть мои... мои тонкие душевные материи. Вот так вот. Я 4-10. Ребят, вы чё? Я просила не рассказывать, вы чё сейчас пишете? Не надо, пожалуйста. Мы договаривались. Я зачем вам деньги платила за это? Ладно, плюс 25к. У Славы плюс 25к. Расстроился. Чё спросить у неё? Что хочешь, я чиста. Как открытая книга. Для тебя. Ты, Катюх, ты забыла на диване, я третья. Ну вот, любой вопрос, абсолютно. Ты сосала у Славы, блядь. У какого? У Мерлоу, блядь. Ты дурак, ты такой даже не спрашивай. Ты сосала у Славы Мерлоу? Нет. Там ничего такого не было, Слав. То есть просто анус полезал и там, все. Там ничего такого... Нет, анус я не лизал. Я это на прошлом стриме говорила. Там ничего особо-то такого не было. Прям. Твои слова, я так понял, нихуя не стоят. Какая-то раз то, что ты говорила, блядь. Нет, я тебе серьезно говорю. Там, типа, не, там совсем там не то. Сворочил нас Лив строго. А, это который он сфоткался. Точнее, это когда на камере было видно его в отражении. Нет, ребят, извините. Держи. Было ли такое, что ты когда-нибудь целовался с парнем? Нет. Проверяйте. А, блин, реально? Получается, автомат-то этот работает. Слава, да не работает нихера. Приборчик. Вообще не понимаю, как он работает. Вот Пчелкин пишут. А Пчелкин? А Вадим? А, кстати, да, ты рассказывал, что ты с Лёшей целовался. Что за прикол? Типа, ты обманываешь? Это не считается. В смысле, не считается? Ну, я не то, что с ним целовался, я его жало целовал. Вообще сосал. Нет, целовал. Ты чё, грустный такой? А как после такого можно быть веселым, блядь? После того, что мы сегодня узнали, ну... Что мы сегодня узнали-то? Семь мужиков ебли. Слав, да неправда это! Диману бы надрочило. Слав, да я не знаю, он как-то сегодня, вот, как-то он сегодня плохо работает. Я не знаю, почему, он вообще неправильно работает. Все нормально было до этого. В прошлую игру он, кроме преподов, там все было более-менее, а сегодня вот что-то как-то не пошло. Я не знаю, может, он сломался. Он у нас давно, мы давно не пользуемся. Да, может, сломался, конечно, конечно, может, сломался. Может быть, из-за этого, Слав. Я не знаю. Сломался 100%. Да, Слав, мне кажется, просто он долго лежал, и типа, ну, у него какие-то... Что-то вышло из-под контроля. Ну да, мне вопросик накидали, давай я тебя разъебу. Давай. Трахалась ли ты за деньги? Нет. Я сказала, что я плохо отношусь к порно. Катя, про переход на новую площадку. Вот, слышал? То есть ты так чисто благотворительностью, да, занимаешься? Ты дурак. Катя, про переход на новую площадку. Смешно. Держи. Спасибо. То есть так чисто розыгрыши в ВК раз в месяц, бля, на киску, бля, хуяришь, да? Да. А выложил ли бы ты свой член в телегу за 1 000 000 евро? Давай другую сумму. В смысле другую сумму? 1 000 000 евро, давай другую сумму. Не понял. Ты что, шлюха получается? Другую сумму назови. Выложил ли бы ты свой член в телегу за 10 рублей? Да. Ты, конечно, нет, ёпта, блядь. В очередной раз доказывает, что, бля, агрегат работает, но... Выложил ли бы ты свой член за 100 миллиардов евро.
Да. Есть повтор. Слав, ты охерел? Хорош. Ты вот выложишь и там же останешься, понял? Хорошие деньги. Слав, какой? Приличная сумма. Катя, я еду уже, пишет Дмитрий Ликс. Дима, тебя жду. Вот ты едешь, бля, старый, сиди нахуй с этой колесницей, бля, сено, ёпта, таскай, бля, хуйло, ёпта. Едет он, бля. Слав, ладно, тебе все хорошо. Ложку мне, овца, блядь. Давай тебе ручки поговорим. Иди убей нахуй свою клешню, блядь, сука. Красти крабс, блядь. Ты сука. И чё та при чём? Так что, я не поняла, на чём остановились-то? На то, что ты мне вилку даже дать не можешь, блядь. Чем не буду. Тут? Нормально, мне Катя сегодня приготовила, ребята, рис из чайханы, блядь. Я тебе не буду. Дай вилку, ёпты. Нет. Я сейчас просто уйду, нахуй. Уходи. Только тогда больше не возвращайся. Не, это ты уходи, блядь, это мой терстим. Я теперь на нем играю каждый день, блядь. Жду всех на стримах, блядь. Ты ключ не знаешь, а по мне ключ и все. Точнее, не ключ, так компьютер мой, ёпта. Так я новости куплю. Мне дома скоро привезут. Одно слово и не привезут. Неправда, не сработает. Сработает. Не сработает. Сработает. Не сработает. Давай. Что тебе добавить? Хотела ли бы ты отсосать Егору Криду? Нет. Это неправда. Знаете, почему он это спросил? Да... Слав, да он не работает сегодня. Он не работает со мной. Знаете, почему он это спросил? Он это спросил, потому что Егор вчера сказал, что у меня прическа, как у девушки, которую он любил. Очень сильно. Вот так вот. Но я-то тут при чем? Это же он сказал. Слав. Слав, такого не было. Второй друг, да? Да там ничего не было. Вилку дай. Конечно, любимый, сейчас принесу. Держи, любименький, чай будешь? Будешь, любименький, чай? Ты будешь чай, любимый, любименький? Или кофе, может быть, сиропами какими-то? Или, может быть, хочешь, чтобы я тебе пиццу сделала? М? Хочешь пиццу? Без глютена бы. Слав. Или, может быть, супчик куриный. А чё в ТГ? А чё, покажи, покажи. Это факт. Спасибо, Вадь. Что спасибо, Вадь? Это просто донат пришел. Ты тупая, блядь? Типа что, он тебя выгородил, блядь? Я говорю, донат пришел. Вот. 25 рублей фора скинул. Не его Вадя. Вадим зовут. Ты дура, блядь, я знаю, как его зовут. Если ты глупый? Портнайт, играл в Доу, ну как его зовут, давай. Ваня. Ваня, Вадя, какая разница, он перепутала маленько. Как ты быстро зацепилась, блядь, за слова Вади, нахуй. Потому что я видела, донат пришел, Форест, Ваня, Вадя, перепутала.
Что написано? Ладно, мне ехать пора, на самом деле. Поезжай. Дай только Егору напишу. Ладно, шутка. Шутка, смешно же было, согласись, ну скажи, какая ты у меня смешная, скажи, ой. Скажи, ты у меня такая смешнявая, Кать. Твое чувство юмора, это просто, это лучшее. Если бы вместо еды я ел бы твои шутки, то я был бы вечно сытым. Глаз щипит. Ты дурак? Да что такое? Ты дурак, я вся в рисе. Не надо! Нет! Пожалуйста! Съебалась нахуй в тень, блядь. Ты охерел? Хорошо. Всем хорошо. Спасибо за стрим, и рот ебал. Нет, подожди. Уйди. Подожди, это будет справедливо. Это будет справедливо. Прикалываешь, что я супом облила, блин. Ты меня рисом облила. Слава, ты меня всю спа... Блин, сделала новую прическу. Цирк какой-то. Блин, секс. Никакого секса. Пошел ты нафиг. Что делать-то? Это все ж пошутила и все. Теперь рис, блин, убирать. Плюс развод, плюс крит походу. Да, надо Егору позвонить, подождите. Сразу туда напишу. Да блин, это смешно было! Это реально было смешно! Сейчас я приду, ребята. Ладно, ребят. Мне, к сожалению, садиться некуда. Вот, потому что... Ну, потому что некуда. Вот. Нет, есть вариант сюда. Телефон подай, овца, блин. Поуважительнее. Я хоть и овца, но любимая. Ребята, в ходе
данного сегодняшнего стрима ничья семья не пострадала. Ну, подай это овца, блядь. Слышь, ты овца, сейчас подам. Вот так вот. Все хорошо. Ну подожди, Слав, а ты в трусах? Да. Может, подойдем поклонимся? Угу. Давай, не пизди. Сейчас. Блин, у меня все ноги теперь в рисе, Слав. А мне теперь квартиру мыть. Хоть где-то еда будет, хоть на полу, блядь. Подожди. В общем, я могу сказать только одно, ребят. Сейчас у нас будет долгожданный, жаркий разговор. Вот. Я потом обязательно расскажу, что будет, как все прошло, как все было и чего не было. Вот. Главное, что, знаете, да, ничья семья не пострадала, все хорошо. Все хорошо. Нас рассекретили, Егор. Ладно, ребят, в общем, вот так вот. Извините. Почему минус 25? Почему не плюс? Вот, плюс, так-то лучше. В общем, ребята, я, короче, кидаю рейд. Кому кидаем рейд? Я пойду мыть квартиру. Да какой минус 25? Плюс 25, чего вы врете? О, кровачек, ты будешь запускаться? Егору Крид. Жожо, а Жожо, Жожо стримит. Но у него сейчас больше онлайн. Блин, Катя напыла Славу, он в ответ расстроился, что? Вадим, ты будешь стримить? Сейчас просто, если Вадим будет стримить, я Вадиму кину. Один ребутов уже нет. Сейчас посмотрю. Вадим, не вижу твоего сообщения. Кто-нибудь видит Вадима? Так, сейчас, блин. Так, вы... Да нет, ребят, ну что, вы шутите? Сейчас, подождите. Я не понимаю, сейчас. Дини, кинь Поке. А где Пока? А, Пока, все, вижу, где Пока. Что было, чат-клип? Ой, там чего только не было. Там были одни сплошные разрывные, поэтому... Сейчас. Сейчас. Что? Я вижу, что вы пишете либо Поки, либо Дине. Сейчас. Не смешно, все. Шутки про Дмитрия Алекса, Егора Крида остаются за сегодняшним стриме. А, пожалуйста, переходите в телегу, типа там интересно, там прикольно, там фоточки всякие. Вот, там я там Славу заливаю обычно. Там попу его, еще что-то. Вот, поэтому заходите обязательно. Сейчас, все. Даю рейд. Красиво сказано. Спасибо большое, я старалась. Да, там все на как на ладони, ребят. Капец жарко в этом свитере. Приделать для вас, чтобы как можно быстрее сюда прийти. Да, сейчас рейд. Сейчас. Блин, да что ж такое? Я просто... Сейчас. Раздевайся. Нет, я потом сейчас буду убираться и разденусь. Не переживайте. Слава купаться, да, сейчас Слава будет полностью отмываться. Я говорю, Слав, а вот если бы я по-другому среагировала, как бы ты среагировал? Хотя бы по-другому не среагировала. Но все равно. Осуждаю чат. Забаньте. Пермачом.
Спасибо за стрим, да, грация. Спасибо, что пришли, ребят. Сейчас я посмотрю туда пока донаты. Сейчас. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Ждем публичных извинений. Куслав, это аноним задонатил. Слава, мужик. Фиг ли он плакать будет? Сейчас манатки свои соберет. Понятно. Слава, почему ты не веришь? Там было 7 мужиков, это мы видели. Блин, как же мне... Я не могу, ужасно без стула. Если видели соло-золос бустера возле ЦУМа в сентябре, плюс, плюс чат. А почему именно возле ЦУМа? Он покупал ей украшения? Слава, что ты помнишь, что нашу встречу в клубе Устрица в Питере? Как же я, Славка, в тебя входил? Повторим как-нибудь. А чё, вы все, что ли, около ЦУМа тогда тусовались, ребят? Славян! Всем... А, нет, не то, сейчас... Я один из тех 7 мужиков, это правда. Это тоже видела. Слава, с каким вкусом у тебя HQD? Это я не знаю. Это, по-моему, с ежевикой. Катя, не расстраивайся, Слава. Ты очень красиво, тебя очень люблю. Спасибо большое, Эски. Бустер, далеко от вашей твичевской движухи, но твоя подача контента очень крутая. Респект, смотри, за тобой очень интересно. Кстати, шоу тоже не каждый раз мою после похода по-большому. Ты не один. Нашлись единомышленники. Видите, как оно? Славик на массе. Да, Славик на массе. Вот видите, я его кормлю, значит. Белком. Катя, я тебе верю, Слава, не бежаю. Спасибо большое, Даня. Катя лучше, спасибо большое. Да ладно, Слав, хорошая у нее прическа. Спасибо, мне приятно. Я рада, что оценили. Когда Fortnite? Fortnite фиг знает, пока я, честно говоря, хз. Так. Катя слишком на массе, чтобы сниматься в порно. Вот соло-золозы с бустером смотрелось бы топ. Согласна, Макс Никифоров. Слава, если ты будешь обижать эту красивую девочку, я ее себе заберу. Катя лучше, спасибо большое, Даня. Катя, что бы ты делала, если бы спалила Катю на измене? Что? Да, Леша, ничего себе, Катя красивая, это пустеру. Сейчас я пытаюсь разобраться в донатах. Пошли лучше в форт. Слава, расскажи, пожалуйста, как ты вообще лечишь мигрень с аурой? Просто у меня такая же фигня. Что вообще посоветуешь? А у него сейчас она просто, он типа меньше с компом сидит, и у него легче стало. Чекнем видос на конкурс у Кинсухи про то, как она тупит. Окей, Аринян, момент. Только не сейчас, потому что я уже лофаю. Только сейчас увидела, то есть, донат. Пусть не обижай эту красавицу, то заберу себе Кай самый лучший. Спасибо большое еще раз, Джуниор. Так, ладно, спасибо большое вам, ребят, за сегодняшний стримчанский. Катя, закажи, пожалуйста, воды. Хорошо, любименький? Так, я кидаю рейд. Кидаю кроватьку, потому что он запустил. Вот. Сейчас. Коты, ну, типа, просто я обычно кидаю у кого поменьше онлайн. Типа, у Поки почти самый большой, вместе с Жужо. Поэтому я, типа, выбираю, ну, кровать только запустил. Блин, капец, все, у меня коленки теперь все красные. Все, ладно, ребят. Всех люблю, целую, спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что вам было весело. Вот. Пока. Пока-пока.